Мур, привет, друг, это Зверько. Мне, честно, неохота много мелких видео клепать, поэтому здесь будет и реворк Лисунсина, изменение Ло и конкурс на скины. Пойдем по порядку. Пополь и Купа выйдут 21 апреля. Как показала практика, на них можно собрать несколько работающих сборок, а значит, покажу их тебе, но в гайде. С 22 апреля по 22 мая будет доступен облик Нахарита, легенда Эвесов, за 899 алмазов. Там до кучи будет еще продаваться эмоция М1 чемпиона рамка, М1 чемпион эффект возвращения, эффект появления, эффект свечения, эффект брожения, эффект окисления. Кто тут фанат Эвесов, напишите в комментариях. Также будет ивент на получение старых рамок, что так-то прикольно. 27 апреля выйдет облик на Каю, жуткая плеть. Стоить он будет 599 алмазов. На все покупки скидка 30% в первую неделю, 22 апреля. Изменения в магазине фрагментов. Редкие скины будут доступны. Лейла Девочка-Зайчик, Мия Капитан Шип, Фрея Охотник на драконов, Наталья Призрачный танцор, Леоморт Ледяной паладин. Уберут Клинт Рок-н-ролл, Аврора Червонная королева, Алукард Викант, Ангела Китайская кукла. Изменения в магазине фрагментов героев. Добавят Харита, Каю, Гренку и Лилию. Уберут Бруно, Лолиту, Гвиневру, Наталью. Добавят две новые статуи – Нафашу и Грейнджера. И поскольку сегодня спонсора нет, объявляю конкурс. Призом будет любой скин или герой ценой до 750 алмазов. Разыгран он будет, когда на канале «Голос Зверько» наберется 1000 подписчиков. Что тебе нужно сделать? Первое. Перейти по ссылке на канал «Голос Зверько», подписаться на него. Второе. После просмотра видео оставлять осмысленный комментарий, а в конце указывать свой игровой ID. Третье. Твои подписки должны быть видны, потому что рандомайзер выберет лишь из подписавшихся, у которых видно, что они подписаны на «Голос Зверько». Как только наберется 1000 подписчиков, я выберу случайное видео и случайный комментарий с указанным ID. Пиши разные комменты, а то система посчитает за спам и удалит их. Удачи в конкурсе! Ссылка на канал в закрепленном комментарии. А теперь изменения героев. Тут начнем с реворка Лисунсина. Его, во-первых, омолодили. В пассивку добавили такую тему. При смене оружия ты получаешь бонус к следующим двум атакам. Первая атака нанесет 180% урона, а вторая 120%. И ускорит на секунду бег Лисунсина. Каждый удар, заряженный атакой, ускорит перезарядку первого навыка на 1 секунду. Кораблики, кстати, никуда не убрали. Первый навык. Как по мне, его сделали дальше и быстрее, но хрен его помнит, я давно не играл на нем. Однако, теперь, пока Ли светится красным, на него не действует контроль и уменьшается входящий урон на 30%. Правда, длится чуть больше секунды. Прыжок с лодки пока оставили прежним. Второй навык. Если быстро ткнуть, то Ли также быстро рубанет мечом, нанося неслабый урон и вдобавок отхилит себя. Лук никуда из навыка не делся. Если зажать навык, то кореец будет целиться из лука, а при выстреле даст 2 стака усиленных ударов. Ульта. В обнове написано, дескать, ничего не изменили. Однако в описании навыка есть строчка, что если в цель заходит несколько попаданий, это когда противники рядом, то они получают 150% от урона. Хотелось бы всех 200%, ну да ладно. Теперь класс Лисунсина – убийца-стрелок, и благодаря быстрой перезарядке первого навыка он весьма такой подвижный. Однако я почему-то думаю, что что-то сделают с ультой. Поживем, увидим. А теперь, как говорил классик, жизнь как коробка шоколадных конфет со вкусом рвоты. Изменения Ло И. Разрабы такие: мире силе 100 И стало легче иглать после того, как осталось только 3 скилла, поэтому ее все и ослабим. И убрали поджигание от одинаковых меток. Притягивание от разных меток осталось, круг на полу поджигают, пока на нем стоят. В общем, скатили в примитивизм. Ставишь метку на землю, обкидываешь первым навыком, срабатывает притягивание, получаешь небольшой щит, который стакается 2 раза. Урон при стягивании немного увеличили. Первый навык – уменьшили расстояние и разброс. Второй навык, как я и говорил, наносит по чуть-чуть АОЕ урон. Ульте добавили КД 10 секунд. Что я могу сказать? Изначально это был интересный персонаж с прикольной механикой, теперь это скучная херня. Дальше. Пополь и Куппа. Скорость бега добавили на 10 единиц, а им этого очень не хватало, кстати. Пассивка. От стаков теперь урон увеличили, вернув к начальным 200%. Ханза.
ульта, получаемая кровь изменена. Было 20-50, будет 25-45. Кормила. Первый навык. Уменьшили исцеление с цветков. Было 70-175, будет 60-150. Лилия. Ульта. Отобрали прошлый баф. И теперь ульта перезаряжается 45 секунд на первом уровне и 35 секунд на третьем уровне. Клауд. Ульта. Уменьшили базовый урон на 10 для всех уровней. Другие изменения. Базовая экспа за осадного миньона первых двух волн увеличена на 10%. Лучше не упускать его. Заклинание «Огненный выстрел», который стал очень популярен, получил нерф. Раньше урон был 400 плюс 100% магического бонуса, теперь 160 плюс 40% магического бонуса. Урон, который увеличивался от пройденного расстояния, тоже уменьшен. Длительность замедления будет не 1 секунду, а 0,5 секунды. Может, это сделает его менее популярным. Скоро будет событие Епати 515. Похоже, что с 25 апреля. В процессе будет куча плюшек, среди которых можно будет получить героя Ло-И бесплатно 16 мая. Если обнова не врет, и это будет на основном сервере. На этом все. Не забудь подписаться на канал, нажать колокольчик. А то что-то немногие посмотрели гайд на Фрею, а очень зря. И жду тебя на втором канале. Удачи, друг. А, и вот тебе еще немного скинов. Теперь пока. We'll be right back.
Thank you.